Всем привет, друзья! Это Новый год в Китае. Все гремит, все шумит, как будто репетиция какого-то военного действия, знаете. И причем детей они, самых маленьких, приучают уже к этому, скажем так, искусству поджигания пороха. Я видел маленьких детей совершенно, может быть, лет 5-6, они уже с огромными такими салютами стоят и запускают их в небо. Смотрится, конечно, это же очень классно, но я не знаю насчет качества. У нас бы ребенку не доверяли. Я как человек, который любил это делать в детстве, мне просто боязно смотреть реально на детей, которые несут этот снаряд подожженный и не знают, в какую сторону он полетит и полетит ли вообще. Вот, посмотрите. Как-то так это обычно происходит. Совсем маленькие ребятки просто стреляют куда-то, непонятно куда. Мне кажется, если их крикнуть, они будут стрелять в нас. Но я бы не хотел этим заниматься. В общем, опасно, опасно. Да, с Новым годом, ребята. Кстати говоря, запретили сейчас стрелять в Китае с этими самыми так называемыми бомбочками, различными салютами, потому что экология, да, смог стоит над городом, и официально это все запрещено. Но, как вы можете видеть, помимо асфальта, пол просто застелен всякими бумажками. Друзья, сейчас я вам хочу показать, какие же продаются фейерверки и бомбочки в Китае, и что обычно взрывается под Новый год. Смотрите, у нас тут есть большая такая за 150 юаней. Бобина, так скажем. Это раскладывается, если вы смотрели фильм «Один дома», раскладываются большие бомбочки, их поджигаешь, они прям взрываются. И они запрещены на самом деле, потому что смог, и это все плохо. Но официально запрещены, но по сути дела, по факту, в каждом районе вы сможете увидеть, как растягивают красный канат. Но это не канат. Я в этом убедился лично. Потом продают такие вот небольшие пуколки, как у нас, знаете, под Новый год. И толку нет, просто какие-то искры, ну и можете попасть в соседей или на соседний балкончик, что будет не очень хорошо. Бенгальские огни, ну что-то похоже на них, они их раскручивают вот так вот, и получается все очень красиво, не примитивно. Ну, Китай страна, где порох все-таки придумали, да, создали каким-то путем химическим. Что-нибудь прикупим и тоже нелегальщиной займемся. Почему выбирают красный цвет, взрывают хлопушки, используют фонари и обклеивают двери разными надписями из красной бумаги? Все это на удачу, богатство, процветание и на защиту от монстра Ньен. Есть легенда, по которой Ньен посещал деревни, портил урожай и съедал все и вся на своем пути. Но как-то он увидел ребенка в красной одежде и испугался. С тех пор так и повелось. Постоянной даты начала китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время. Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть после 21 декабря. 2019 год символизирует животное свинья и стихия земля, а основным цветом года считается желтым. Друзья, я не знаю, насколько вам слышны эти звуки. Осталось где-то 5 минут до наступления Нового года по китайскому лунному календарю. И город просто содрогается. Земля содрогается от этого шума. С Новым годом по китайскому лунному календарю! Все, пошло! Ребята, такое чувство, что на каждом клочке земли что-то взрывается, что-то трещит, что-то вызывает искры. Просто, не знаю, очень переполняет меня эмоции. Я обожаю фейерверки, обожаю предвкушение Нового года. И с таким размахом, не знаю, у нас даже не празднуют.
Друзья, всем привет! Это Around View, и у нас кончился свет, потому что я вытащил карту. Тут в китайском отеле интересная система, я такую не видел. Раньше надо было куда-то карты вставлять, например, как в Испании я был в отеле, а тут просто считывается с нее код. Прикольно. Смотрите, как это происходит. Просто кладешь карту, там какие-то есть специальные сканеры, хоп, и свет дали. И кондиционирование, и все прочее. Довольно занятно. Стандартная ванная, душевая кабина. Потом, в принципе, все понятно. Ну и стандартный вид из ванной, как говорится, в спальню. Помимо хорошей музыки, в нашем отеле была такая интересная табличка. В принципе, ничего необычного, да? Уборка сейчас. Ну, или же go away, что значит убирайся прочь просто. Ну и в скобочках, пожалуйста. На самом деле, в английском это не очень культурно так делать, да? Типа, приберите мой номер попозже, пожалуйста. Просто go away. Да, вот так вот вешаете. И даете понять, что убирайся к черту, пожалуйста, не убирай сегодня. Забавно. Китайский, английский, он такой. It's not that bad. I can do it. I can do it. It's a primary school. Yeah. That's why so many cars. So fast.